Здравствуйте, вы на канале Дмитрий Завьялов. В прошлом видео я рассказывал о спортивном хэтчбеке проекта Lada C, который был заморожен в 2009 году из-за тяжелого экономического положения АвтоВАЗа на тот момент. И сегодня я решил продолжить знакомить вас с еще одним автомобилем из этой же линейки – Lada C Cross, концепт-кар российского кроссовера, одна из совместных разработок АвтоВАЗ и канадской Magna International, предусматривающая серию моделей автомобилей проекта Lada C. Премьера состоялась в 2008 году на Московском международном автосалоне. C-Cross сочетает в себе преимущества городского автомобиля и внедорожника. Компактный, вместительный, комфортабельный и динамичный. Он подходит для городских дорог. Вместе с тем, Lada C-Cross обладает неплохим потенциалом езды по бездорожью. Короткие свесы, большой клиренс и 18-дюймовые колеса обеспечивают прекрасную геометрическую проходимость. Из преимущества Lada C-Cross можно отметить его компактность, вместительность, объем багажного отсека 350 литров, а также отличные динамические характеристики. Ходили слухи, что стоимость его должна была составить в районе 450 тысяч рублей. Больше информации по этому автомобилю пока нет. Оставляйте свое мнение в комментариях, что вы думаете об этом автомобиле, и делитесь этим видео с друзьями. Ну а я с вами прощаюсь, до скорого!